Эхей, всем здорово, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть Total War Attila за Западную Римскую Империю. Продолжаем с вами вести войну с гетулами, а также в результате договоров с Восточной Римской Империей еще начали вести войну и с Аксумом. Довольно-таки тоже очень сильная держава с большим количеством армий, которые наверняка нападут на нас где-нибудь. Ну что ж, давайте мы сейчас закончим ход. Так, нам наша задача будет захватить Птолемиду. Может быть, мы даже сейчас выдвинем войска, возьмем. Давайте хотя бы вот сюда дойдем. Так, хорошо. И завершаем наш ход. Гетулы подвели, смотрите, сюда еще флот. По всей видимости, они собираются защищать город. Так легко они его не сдадут, я думаю. Подозрительная смерть. Нашего жреца завалили. Ну, гады. Мы вот только наняли. Нам его завалили уже. Так, ну вот тогда возьмем сейчас. Так, возведенные постройки. Колония, поля. Так, стадо скота. Так, повышение ранга у нас. Луций. Так, ага. Наш агент. Воитель. Дальность перемещения по карте. Так, тут у нас губернатор. Так, скорость исследования. И Марк Атрий Бестия. Жрец. Так, хорошо. Собственно, надо сразу же переместить нашего императора. Так, вот сюда. Пускай пополняется. Так, можем атаковать вот эту армию, которая стоит возле города. Так, они отступили. Они не стали биться. Либо можно взять непосредственно начать город атаковать. Давайте город атаковать. Пускай они подключатся. В принципе, я думаю, у них все равно нету шансов. Мы должны будем справиться, хоть у них, конечно, и большое количество копейщиков там. Ну что, поехали. Так, туман. Ай, блин. Надо было без тумана нам разыгрывать бой. Теперь попробую здесь что-нибудь узри. Так, ладно. С туманом так с туманом. В принципе, городишко небольшой. Думаю, проблем у нас взять его не будет. There is no wall in all the world that can
Проделаем сейчас дыру здесь. Так. И ворота разнесем. Врагу подходят новые силы. Так, подкрепление откуда? Да ладно, они сзади подходят к нам. Офигеть. Дозорные заметили врага. Атакуем, атакуем их. Стрелков мы пока отправили туда. Нам быстро надо перестроиться. Быстренько, быстренько, быстренько меняем построение. Так, эти уже врываются к нам. Вот тех хватаем, тех. Сюда, сюда, сюда. Так, в обход. Все, пошло мясо. Сюда откроем. Вражеский полководец убит. Так, отлично, вражеского полководца мы с вами завалили. Давайте, давайте развернитесь, как-то вы не очень стоите. Так. Ага, давайте вот сюда. Ой-ой-ой, тут повысаживались. Метатели, давайте их снесем. Так, стену мы как раз разрушили уже. Хорошо. Давайте еще вот эту стену уничтожим пока. Пока ждем. Там выпиливаем здесь армию. Так. Кавалерию сюда. Наша засада обнаружена. Так, что мы там не можем обнаружить? Вражеская башня уничтожена! Да, ну ё-моё. Наш корабль больше не может. Окружаем их. Вот так вот. Некуда деваться теперь. А, в окружении африканцы у нас. Ну что, потихонечку тогда отправляем сюда отряды. Мы сокрушим их числом. Так, а что, не стреляют, да, они у нас? Они решили вылазку предпринять. Разворачиваем все свои силы теперь. Так, тут мы со всеми еще разобрались, да? Thank you.
еще не выбежали, спрашивается. Человек их осталось. Так, а чего тех не атакуете? Давайте туда. Разбегаются. Так, вот тут, блин, еще баррикада эта центральная. Неудачная такая. Нам надо как-то вот до сюда вот дойти. Так, где наша кавалерия? Давайте все сюда отправим сейчас. А, и тут баррикада. Так, мы начнем сюда идем. Давайте. Я не думаю, что там будет какое-то сопротивление у них. Он собирается силами. Все, ворота мы захватили. Давайте ломаем эту баррикаду, короче, всей толпой. Набрасываемся. Давайте все сюда. Так, они разделились, да, по всей видимости. Как вы пойдете? Вон так, что ли, вдоль берега? А где-то еще сколько? 160 человек еще. Должен быть где-то генерал еще один. Скорее всего, он на главной площади находится. Так, здесь стрелим мы. О, блин, здесь копейщики, блин. Этого я не ожидал. Ну да, они, в принципе, паниковали, мы их разнесли. И мы победим.
Так, и ту армию мы тоже с вами уничтожили сразу же. Замечательно. Так, оккупировать. Так, а там вражеский флот. Так, там все ремонтируем. Так, дворец мы потом перестроим в рынок. Так, это церковь. Пища. Церковь надо оставить нам, но мы не можем, правда, 4 уровня здесь церковь иметь. Так, давайте вот это мы перестроим в пищу, а это мы будем постепенно сносить, потому что 3 уровня постройка мы снесем все-таки побыстрее, чем 4. Восточные инженеры. Драмон с греческим огнем. Я не очень люблю морские бои. Не то, что их не люблю практически. Я в них не играл. Сейчас посмотрим, сможем ли мы разорвать. Может быть, сыграем вручную. Так, они отступили. Давайте преследуем их. Да, можем на автобой их разнести. Хорошо. Так, этого агента отправим сюда на разведку. Так, эта армия у нас в дальнейшем отправится на Аугилу. Гора Масахара, вражеские агенты. Так, дворец у нас завершен. Так, перестраиваем, это продолжаем сносить. Так, это теперь мы уже тоже перестраиваем. Торговую верфь здесь образуем. И пищу. Так, и у нас еще возведенные постройки. Скота. Верный. А рыночек нам здесь нужен. Урбс построим. Так, там у нас повышение рангов. Серви беби. Так, агент, агент. Боевой дух, авторитет. Приполководца. Так, 8 ранг, жрец. Так, шанс склонить цель. Давайте попробуем. Вот, может... А, подождите. Жрецов здесь... Не... А, вот они. Так, заказное убийство 64%. Тут распространяют нечисть язычники. Так. Возведенные постройки мы посмотрели. Как, кстати, у нас там должен был вот-вот вроде как. Ага, 17 лет еще не исполнилось ему. 18. Так, а вот дочери у нас уже повзрослели. Так. Давайте попробуем этого губернатора.
выдать. А, нельзя ее пока. Так, выдать замуж, выдать, устроить свадьбу. 30 очков влияния надо, чтобы попробовать устроить свадьбу. Придется потерпеть нам. Так, а флот нам надо, кстати, говоря, отправить бы вот сюда на пополнение. The waves still beckon. We're going to need a bigger fleet. We need good strong men. Все. Так, а тут, кстати, Египет у нас образовался. Heaven be praised. Так, а здесь что за восточные сепаратисты у нас появились? Разрушить. Будем надеяться, что Восточная Римская империя займет это поселение у нас. Мы для них освободили территорию. Так, а тут они что задумали? Дагестан. Взяли в осаду. Так, ладно, сейчас мы придем на помощь. Так, как дела у нас со строительством? Так, ну более-менее у нас здесь порядочек держится. А здесь пока ни в какую. Так, вот это мы ломаем. А здесь нету губернаторского домика, вот. В чем проблема? Так, и здесь минус 2. Ну, сейчас, в принципе, построим здесь латинский мартирий. Религию нам поднимет. Так, что здесь за гарнизоны в городах? Так, вражеские агенты, они нас достали порядком 5 ранга и не отстают от нас. Так, это ломаем. Особняк губернатора. И есть. Так, латинский скит. Только не тот мы построили, надо на порядок было. Так, и что нам теперь с этой Александрией делать? С этим Египтом. Восстал он тут у нас. А? С целым стейком там стоит теперь. Так, это на автобой захватываем. Так, это ломаем, это ломаем. А, вот здесь чего нету, здесь санитарии у нас нету. Здесь санитария нужна, думаю, чего нам здесь не хватает. Что там за армия, давайте посмотрим. Вот там осадок. Все, что мы можем пока увидеть.
Так, и, собственно, Аксум. Что тут с Аксумом? Выстрелилась небольшая армия, да? Так, и здесь. В Омане. У нас слабо защищенная такая провинция. Так, поля. А здесь мы возьмем третий уровень города, построим. Увеличим свой гарнизон немного. Так, и отправимся туда. На вот этих сепаратистов восточных. Так, а тут у нас что? В Германии все спокойно, да, пока? Наши армии следят за порядком. Так, триумфальную арку надо построить. Где-то мы еще могли триумфальную арку. Вот тут, да. И здесь тоже. Блин, ну тут какие-то у нас, слушайте, поселения. Вот те два поселения. Никак не хотят смириться с порядком. Мы им все уже сделали. Чего мне хватает? 50 еды, блин. Так. Пробуем. Так, ну это поселение нам нельзя сейчас покидать, потому что если мы сейчас выведем армию, да, минус 10 общественного порядка у нас сразу станет. Это будет не лучшая идея. Так, как у нас там? Вот, не повзрослел? Вот-вот должен стать нам доступен. Так, Аксум предлагает мирный договор. Отказываемся. Ой, там у нас Египет начал голодать. Так, вражеские агенты действуют. Сахара. Снос форум. Так. И что мы здесь возведем? Дом губернатора у нас здесь есть. Арку возвести, что ли? Или местное производство для денег. Так, здесь площадь мы снесли, и здесь сразу же санитарию делаем. Так, городок. Вот это тоже переделываем все. Рыбацкие верфи. Дворец магистрата. Снесен, снесен. Так, построен латинский скрипторий. Построен. Давайте 4 ранга сразу. Так, церковь есть, соляные копья. Тоже есть. Хорошо. Так, повышение рангов. Фирм. Ага, тебя мы уже повысили. И здесь у нас агент. Он вот здесь просто стоит. Ого, армия тут плывет куда ни к саксам, по всей видимости, плывут. Так, ну что, ты доступен? Да, доступен, замечательно. Влияние, верующий, надежный.
А боевой дух плюс 10 в битве с римлянами. Так, а что мы с ним будем делать? Это у нас бастард. Давайте его поставим. Нам, мы хотели с вами завести губернаторов, которые будут именно нашими членами семьи, то есть. Давайте подумаем, куда мы его отправим. Отправим его, давайте, наверное, вот. У нас и здесь проблема с порядком. Так, в одну из проблемных провинций. Я так думаю, вот сюда. Здесь вообще минус 8 у нас. А, да, вот сюда мы его отправим. Служить на благо империи. Так, и сюда надо общественный порядок. Плюс 4. Сразу надо раздать ему. Так. Должен быть общественный порядок и санитария. Вот, потому что мы кузницы потом... Точнее, не кузница, а добычу золота увеличим до 4 уровня. Она тоже нехило так поедает общественного порядка. И добавляет еще загрязнение нам. Так, а сюда? Сюда бы, конечно, хорошо было чинить на авторитет, но ничего нету здесь. Ладно, оставим тогда как есть. Так, ну то есть на следующий ход мы получим плюс 9 порядка, а у нас сейчас минус 8. То есть в плюс 1 уйдем. Так, что еще можем здесь сделать? Давайте, не знаю, городок до 3 уровня расширим. И, собственно, нам надо атаковать этих восточных мятежников. Я думаю, наша армия должна справиться с этой задачей. Поехали. Так, туман, ждем. Сухая погода. Вот то, что нам надо. Так, с какой стороны будем атаковать? Давайте посмотрим. Вот, да, здесь у нас, по всей видимости, баррикады враг развернет. Ну, в принципе, вот с этих сторон можно. Так, конницу мы поставим вот сюда. Она зайдет сзади. Так, эти пойдут у нас вот тут. Вот это все мы отправим вот здесь. Ну и остальные отряды пустим. Тут. Тут. И по одному отряду пехоты выдадим. Так, это поближе поставим. Блин, камень мешает, ладно. Огненные снаряды, стрелки наши где? Так, все, начинаем. Полный вперед. Так, стрелков поближе. Так, бег, давайте включим побыстрее, побыстрее. Враг приближается. Занял оборону. Так, там он копейщиков поставил. Ну ладно. А там никого нет, кстати. Такого уже загорелся. Давайте. Пламя разгорается! Их город в огне! Так, вот эти отряды обстреливаем. Стрелков тоже обстреливаем. Готовимся врываться. Так, сюда. Город.
давайте тех вот сюда. По этим отрядам удар. Вражеская башня уничтожена! Ой, блин, по нашим прям стреляют. Так, надо будет заменить. Так, давайте вот сюда. Хотя давайте вот подождем баррикады и возьмем сейчас. Вот, отлично, тут персидские метатели стоят. Так, подожгут они баррикады нам или нет? По всей видимости, очень долго будут поджигать их. Давайте лучше в спину, сейчас тут затачим их. Так, а вот давайте вот этих прессуйте. Так, кстати, они отступают. Готовимся сюда. И сюда. Ударим сейчас в спину. Же подведем их. Так, стрелков, я думаю, надо выключить. Идет по этим, пускай стреляет хотя бы. Так, некуда им деваться. Они это осознали. Так, разбегается. Так, у нас ближе можем подойти. Противник собрал войска и вернул их в бой. Давайте генерала подведем сюда, пускай понаблюдает за ходом боя у нас. Так, отлично, стрелков сюда. Так, там копейщики идут. Давайте вот сюда назад. Включаем стрелков. Как вот у нас дела? Держат нашу основную армию на входе пока. Загорелось, красиво попал в снаряд. Так, все, выносим сейчас. Его шума. Так, а вы что встали? Все, они разбегаются. Давайте преследуем их. Чтобы они не собрались с духом и не вернулись. Там, блин, один отряд копейщиков сдерживает целую армию. Это немыслимо. Давай. Иди сюда. Все, отступает. Еще немного и победа наша. Решительная победа.
Так, давайте сначала разорим, потом разрушим. Это пища для Восточной Римской империи. Может быть, они займут эти провинции. Так, а мы потом отправимся вот сюда. Поможем Восточной Римской империи подавить здесь восстание еще. Так, что там у нас? Дальше у нас Фригиды. Так, армия голодает. Давайте завершим наш ход. Так, как сумерный договор предлагает? Так, вражеские агенты в Сахаре у нас действуют. Как от тебя избавиться? А вот, мы нашли тебе управу. Так, это восстание можно подавить уже. Так, все равно минус 24. Беспорядки. Так, санитарию. Так, меня интересует тут эта провинция. Как тут у нас дела обстоят? Плюс 4 порядок. Хорошо. У нас только вот тут минус 3, да, осталось. Снос, возведенные постройки, восточный порт, мастерские. Так, доход производства, система водоснабжения. Так, мы поставили. Святилище, восточный порт тоже возведен у нас. Так, и давайте отойдем тогда на вот сюда, на эти земли, мы тут сможем пополниться. Хорошо. Проведем заказное убийство, заодно прокачаем нашего агента. Успех. Так, дезинформация войск. Ну что ж, на этом наше прохождение подошло к концу. С вами, как всегда, на связи был Брайан. Если вам понравилось это прохождение, обязательно ставьте лайк. В следующей серии мы с вами продолжим вырезать гитулов и потом уже постепенно примемся за Аксум. Всем удачи и увидимся с вами на новом видео.